Вадим, с победой, твои эмоции от этой победы. Тебе удалось забросить шайбу и отдать голевой пас. Да, хорошая игра. Здорово, что выиграли и ушли на паузу, да, с хорошим настроением. Это круто, я очень доволен. Кроме того, в этой встрече ты достиг для себя отметки в 100 голевых передач. Как можешь прокомментировать это достижение для себя? И знал ли ты об этом перед матчем? Нет, перед матчем не знал. И когда объявили, я очень обрадовался. И, в принципе, ребята, ну, поблагодарил ребят. И они меня похвалили, говорят, молодец. Я очень рад. Хочу сказать им огромное спасибо. Да, без них этого бы не было. Во время матча было много силовой борьбы на грани фола. Почему у команд был такой запредельный настрой друг на друга? Можно ли сказать, что это репетиция перед плей-офф? Мы играли за выходной, и ребята настроились. Все хотят отдыхать больше. А дальше идет большая пауза на игры сборных. Как будешь готовиться к финишной прямой этого сезона? Ну, у нас есть сейчас выходные, да, 3,5 дня. И проведу их с семьей со своей. А потом у нас будут тренировки, там нас подготовят уже.